Доброго времени суток всем. Хотел бы показать нашу лабораторию, некое такое активное видео. Прошу прощения, что снимаю, может быть, не очень качественная съемка, но тем не менее. Люди задают вопрос, что мы получаем по результатам психофизиологическим обследованиям. Здесь вот вы сейчас на своих экранах видите нашу лабораторию. Это организованный у нас в лаборатории компьютерный класс. Это часть нашего компьютерного класса, куда люди приходят, проходят обследование очно. То есть ежегодно со среднесрочным прогнозом профессиональной надежности и функциональной адаптации. Но видео не о лаборатории как таковой, видео о том, какие результаты ПФО, психофизиологических обследований, мы получаем дистанционно, то есть через сеть интернет проводим дистанционные психофизиологические обследования. И вот здесь они все свеженькие, с пылу с жару, сейчас находятся на этих столах. Итак, значит, результаты методики Равена, результаты методики ПЗМР, СЗМР, самооценка по Домбору-Бинштейна, вот они тут все уже подписанные. Так это выглядят результаты конкретных методик. Всего на данный момент с разными предприятиями сотрудничая, мы проводим от 8-10-12 методик, в зависимости от сложности стоящей перед нами диагностической задачи. Методика реакция на движущийся объект, методика уровень нервно-психической устойчивости, УСК, методика Кателла, ну и наша звезда, методика ММПИ. Соответственно, по результатам данных, ну здесь выложены в данном случае реальные результаты реального обследуемого, 12 методик, и соответственно итогом всего этого является автоматизированное заключение «Спектр». Это специальное программное обеспечение, которое мы разработали и получили на него патент. Соответственно, по данному программному обеспечению человек садится, просматривает результаты каждой из этих методик, делает на них какие-то пометки, заметки, почеркушки, подписывает каждый результат, который он просмотрел, и в итоге формирует с помощью специальной программы краткое заключение по результатам обследования. Ну, конкретно вот здесь вот у нас, наверное, не будет видно, но написано: периодическое обследование через год, противопоказаний по данным обследования не выявлено, первая группа, годен, справка действительно 1 год со среднесрочным прогнозом профессиональной надежности и функциональной адаптации. Справка подписана моим сотрудником и, собственно, мною, как заведующим лабораторией. Ну и самое главное, что мы получаем по результатам, это официальная справка, которая требуется Ростехнадзором, так вот она выглядит. То есть это заключение по результатам психофизиологического обследования. Тут фамилия, имя, отчество пациента, его дата рождения и место работы, когда проведено обследование, сколько времени оно занимало. А самое главное, идет оценка по трем основным показателям. Это уровень функционального состояния, высокий, средний, низкий, психофизиологический уровень, высокий, средний, низкий, физиологический уровень, высокий, средний, низкий. И в итоге мы получаем результат. Уровень психофизиологической адаптации высокий, средний, низкий. В итоге идет заключение. Вот здесь вот, наверное, будет это показано. Заключение по данным психофизиологического обследования противопоказаний к допуску, я через экран читаю, к допуску на работу на особо опасном производстве выявлены, не выявлены. И, собственно, подписи специалиста и моя, как заведующего лабораторией. Вот эта справка, собственно, результат всей деятельности лаборатории по дистанционным психофизиологическим обследованием, она является вершиной. То есть эта справка оформляется для Ростехнадзора. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам показать. Вот такие результаты мы имеем с подписью, печатями и так далее. Все это формируется на основе указанных мною выше результатов 12 на данный момент по этому вот человеку, конкретному человеку, методик. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!